啊。Uh. Так, ну вроде разблокировали. Вроде меня разблокировали. Это шайтаны заблокировали, говорю меня. Теперь вроде разблокировался. Но слава Аллаху, слава Аллаху. Так, друзья, сразу заходим. Сразу лайки, друзья. Друзья, просьба. Сразу лайки, лайки, чтобы народ быстрее набежал. Сразу лайки, лайки. Все это бесплатно, без всяких. Всего лишь нажал и все лайк лайк во во вот так вот лайки лайки да друзья сейчас набежит народу побольше и мы начнем разговор по теме по теме я говорю слава Аллаху что разблокировали э, выхожу наконец в эфир а. горячий чай так так, уже сколько нас человек так смотрит? Десять человек. Давайте еще подождем, еще чуть-чуть подождем. Лайки, лайки, друзья. Лайки, 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 лайки. Давайте еще наберем людей. Значит, сегодняшняя тема – это тенгрианство. То есть я расскажу про тенгрианство. Что это такое? То есть в последнее время я смотрю очень много... Говорят об этой теме, в интернете много роликов появилось, и я выскажу свое Личное мнение, я расскажу про историю тингрианства что это, как это, откуда это идет, почему это так все вот, понимаете, да? И я думаю, будет интересно, потому что то, что я говорю, вы нигде не найдете, понимаете, нигде такой информации не найдете, только только я об этом говорю. Я обычно вот рассказываю такие вещи, от которых многие в шоке, в шоке, понимаете? Eh, так, eh, друзья, тут пишут уже, пошла писанина. Так, давайте читаем. Принять, ох, oh, какая-то девушка. Красиво. Красив. Девушка или парень вы? Конечно, девушка. А то сидят, знаете, вот сейчас мода стала, сидят и губки накрасят и, и не отличишь. Нет, э, я не такая блин. Чем ты <свят> Молодец, молодец, так и надо быть. Молодец, друзья. Ау. Вы откуда вы? Сегодня. У... Петропавловск, Север Казахстан. Махта махта. Сегодня у меня хорошая новость. Можете поздравить, друзья, лайки ставьте. Значит, сегодня я получил ответ. То есть я поднимал вопрос по э, вот этому АНК, казачеству, что вот этого, что их Назарбай э, бесплатно, без всяких, значит, назначал этих атаманов. Вы все знаете, 30 лет сидели, можились и парламент эти атаманы. И вот Ергали поднял этот вопрос, поднял, поднял. И э, Тукаев вначале убрал 4 квоты. То есть было 9 адвокатов, заходили через АНК. Вмажились в парламент. Победили, Потом, да? Значит, да, я вот поднял вопрос, только э, по, в прошлом году убрал половина, то есть половина оставил, а нынче я снова написал туда, значит, письмо. Да. да, и он убрал полностью. Все, теперь ноль, ноль депутатов, все уже нет никого. То есть я перекрыл им поднял, канал. Канал всем этим ФСБшникам, всем этим, кто у нас там разведчики, все хотят чтобы в Казахстане все знать хотят, все лезут туда, знаете. Поэтому, Субхан Аллах, я говорю, мы победили. Благодаря обратно вам, моим зрителям, которые, значит, смотрят, значит, ставят лайки, ставят, значит, рассылают мои видосики. Благодаря вам, конечно. Поэтому, друзья, лайки, лайки, Поздравляю. лайки, лайки. лайки. Сегодня тему я хочу, значит, поднять про тенгрианство, про тенгрианство, то есть что такое тенгрианство? Потому что многие не понимают, многие блуждают, многие слушают сказки ФСБшников, сказки всякие, знаете, наши враги выдумывают, выдумывают всякие вот это вот про тенгрианство, чтобы бастар адастр тасто, казахтар вот адастр, чтобы кущу до киткинди а сейчас поэтому я сегодня буду рассказывать э, правду что такое тингрианство, как она идет откуда ее значит и чтобы вы представляли чтобы вы не заблудились вам надо вот на, начало вот каноны рассказать как это идет от начала до конца и вы тогда уже дальше будете сами догонять потому что вы все умные ребята особенно молодежь у нас сейчас прогрессирует умные ребята, ничего не скажу, думают, думающие молодежь, э, поэтому просто нужно контур правильно подсказать контур, что такое тенгрианство. Сейчас у нас вот закончится с, э, э, с девушкой минута сорок осталось секунд, закончится у нас, значит, вот этот баттл, баттл закончится и потом я начну рассказывать про Тингрианство. друзья, лайки, 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 лайки. То есть еще раз говорю, с победой, друзья мои, с победой мы АНК распотрошили в пух и прах. Э, теперь из АНК ни один 18. на халяву не залезет в депутаты, в парламент. Ни один. Все, Токаев э, принял нашу сторону. Ноль, ноль теперь. Никакой ни один ФСБшник теперь во власть не залезет. Э, поэтому это прекрасная новость. Mm -hmm. Да здравствует независимый Казахстан. Да здравствует наша Родина. И мы должны укреплять независимость. Мы должны бороться в этом направлении. То есть идеологически. То есть мы сейчас находимся на идеологическом фронте. И мы побеждаем. Слава Аллаху. Слава Аллаху, побеждаем. Придет время, я говорю, мы возродим нашу тюркскую цивилизацию. Тюркская цивилизация вот для ребят-тюрков, которые смотрят мой канал, которые живете где-то там в Турции, в России еще где по всему миру разбросаны, и в Индии живут наши братья-тюрки, и, значит, живут и в Америке наши братья-тюрки, даже есть целые племена индейцев, которые сегодня тоже тюрки, отсюда ушли, туда, и поэтому вот ко всем, вот, друзья, братья, обращаясь к тюркам, да, я говорю, что мы возродим тюркскую цивилизацию, да, с Аллахом, Даст Аллах, мы ее возродим обратно в политическом арене, будет присутствовать тюркский мир, понимаете, тюркская цивилизация, как она и была всегда. Так, я проиграл, девушка красивая, взяла своим красотой. Вы, вы как басмачи, у нас вид один, как мне эти пишут, говорит, у тебя, говорит, один вид, говорит, уже заявление пишут, говорит, только за один вид. Уже, говорит, заявление пишет. <laughs> Что выглядишь, говорит. Так, друзья мои, так набралось у нас почти 100 человек, да, даже больше, наверное. Так, так. Э, давайте, друзья, рассказываем про тингрианство. Что такое тингрианство? То есть тингрианство – это, понятно, религия. То есть я вам начну изначала. Изначала, да, когда Адама и Еву Выгнали из рая, то есть вы должны вот это намотать на ус. Когда их выгнали из рая, Адама и Еву, они спустились на землю для испытания, и они тогда принесли веру в ислам. Вот это вот вы должны понять, что изначально самый первый человек на земле, который спустился из рая, он принес истинную веру, то есть ислам. Который и существует в раю, понимаете, он принес ислам на землю в истинную веру. Вы должны раз и навсегда запомнить. Понимаете, друзья мои? То есть, когда он пришел, был... потом я вам скажу, что в Коране ясно, в Священных Писаниях пишется о том, что было спущено после Адама. То есть, Адам это был первый пророк на земле для своей семьи, для своей жены, детей. И после Адама до последнего пророка Мухаммеда, саллаллаху алейкум ассалям, было спущено Аллахом, то есть было э, пророки, понимаете, пророки это люди, которых Аллах отправляет на землю с вестью, с вестью об истине, понимаете. И таких людей было 124 тысячи э, пророков. 124 тысячи пророков. Запомните это раз и навсегда. Сегодня знаем очень мало пророков, понимаете, друзья? Очень мало мы сегодня знаем пророков. Все, что мы знаем сегодня, это... Э, про... Конечно же, Иса Пайгамбар Иисус, как его зовут. Конечно же, Моисей, которого мы все знаем. Ну, еще там несколько десятков, не более. Мы даже сотню не знаем пророков, понимаете? А их было 124 тысячи пророков. Запомните, 124 тысячи пророков. Из них, значит, из них Адам был первый пророк. Потом идут снова, 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 снова. снова и во времени мы погружаемся, идем, 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 идем. И приходим к тюркской религии то есть тюркская религия это было тоже ислам понимаете изначально тюркская религия это тоже ислам то есть ислам передавался 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 и вот эта истина от всевышнего аллаха он один святой и велик пришла до тюркского времени В тюркское время эта религия была то есть тогда мы тюрки именно жители казахстана Отсюда берет тюркская цивилизация свое начало. Вы должны гордиться этим. И именно сюда, по просьбе э, значит, наших аксакалов, которые просили у Аллаха, что дай нам силу, дай нам мощь, чтобы мы завоевали весь этот мир. И тогда Аллах посылает нам метеорит, железный метеорит с железом. То есть вы все умные люди знаете, что на земле железа в природе нету. Запомните, если медь есть, золото есть, никель есть, другое есть, железо, Нет. оно пришло с космоса. Вам любой сейчас очкарик об этом скажет, понимаете, любой очкарик, э, любой об этом вам расскажет. Друзья мои, э, что когда по просьбе наших аксакалов, верующих по-настоящему, э, настоящих мусульмане, такие же, как и Адам, с Евой. Они попросили их дуа сразу исполнилось. Аллах отправил метеорит с железом в Казахстан. Ни во Францию, ни в Англию, ни в Россию, ни в Китай. Никуда он не отправил, отправил именно в Казахстан. Понимаете, свято на и велик. И он отправил сюда, и наши тогда э, наши славные предки из этого железа сковали понимаете сковали оружие из железа в то время когда не было железа, правили этим миром те у кого было бронза бронза понимаете бронзовые мечи у них были тогда была римской э, э, греки были римляне были они значит были, э, были одними из крутых ребят понимаете на земле а когда пришла железо а мы уже к тому времени оседлали лошадей, понимаете? И тогда мы этим железом подковали своих лошадей, взнуздали их железом, понимаете? И также создали железные панцири, непробиваемые, значит, медными их этими стрелами. А в руки взяли железные мечи, и пошли мы по всему свету странствовать и побеждать и побеждать. То есть мы пошли и в Индию, и Индию всю на колени поставили. До сих пор наши братья живут там в Индии. И в Европу пошли, на колени всю эту Европу поставили. Вся платила нам дань, понимаете? Вся дань платила. Все, весь практически весь земной шар тогда нам платил дань. И в то же время мы распространяли это железо. То есть оно было самое лучшее оружие того времени. И мы этим лучшим оружием весь этот земель, землю поставили на колени. Все платили нам дань, нашим предкам. И мы должны гордиться этим, друзья мои. Мы должны этим гордиться. Какие мы славные предки. И поэтому и в Коране о нас говорится, о нас, о тюрках. Мы тюрки, мы здесь вот Именно в Казахстане пошло э, тю, тюрки, понимаете, и также пошла тюркская цивилизация и религия тюркс, э, тюркская, тенгрианство, как ее называли. Это тоже наша религия, но она была изначально на правильном русле, поэтому пришел метеорит. Дуа правильно сработала, понимаете, а потом, когда мы всех захватили. Мы начали уже офигевать, знаете, вот, э, офигевать, чтобы молодежь понимала, на вашем языке говорю, они начали офигевать. То есть вы сами знаете, когда э, у тебя власть, у тебя все, вот каждое твое слово исполняют, одни кругом вокруг тебя лизоблюды, человек разлагается, понимаете. Так же начала разлагаться и тюркская цивилизация. И тогда, когда мы стали разлагаться, Враги не спали, понимаете? Они знали, что характер тюрка воинственный, но в то же время э, э, мы э, беспечные. Понимаете? Вот наш минус, огромный минус. Мы беспечные люди. И тогда умные люди говорили, что самые лучшие войны на Земле это тюрки. Самые лучшие ремесленники это китайцы, наши соседи. Самые лучшие государственники это Греция. Понимаете? И Греция действительно самая лучшая, которая строит государственность. И они поняли наши минусы, что мы беспечны. Мы все, что мы умеем, мы можем завоевать, любого завоевать, но построить государственность и быть государственными людьми. У нас этой способности скажем, мало, а у них много, понимаете? И тогда они придумали, начали тюрков стравливать с тюрками, как всегда, знаете, вот сейчас, как сегодня в Казахстане, друг друга начинают, и так же и тогда начали друг друга стравливать, стравливать, стравливать. В итоге, в итоге, мы потеряли свое могущество в, Егип... в Европе, и мы, и тогда, они, чтобы нас добить до конца, они... И религия наша стала, значит, тенгрианство э, разрушаться, потому что, по, потому что мы, мы все захватили, мы, мы стали расслаблены, мы стали, э, как сказать, вот как любой миллионер, вот сегодня видите же, когда становится богатым, он теряет голову, понимаете? Так же и мы потеряли голову и потеряли э, в итоге и власть, и свою религию тенгрианства мы тогда потеряли. И тогда на смену нам пришли э, христианство, понимаете? Христианство пришло на смену нам, понимаете? И до этого, до тенгрианства в Европе властвовала, значит, э, ихняя религия, это верили там Зевсу, э, там другим богам, знаете, бог войны у них там было, это э, как вот там женщина какая-то там. То есть у них было много богов, богов, понимаете? А мы принесли одну. И когда мы туда шли, у нас на знаменах были кресты, понимаете? Вот я, например, Кирей, да, Кирей. Я всегда поражался, говорил, почему наша Танба, Танба, да, было крест? Откуда она взялась, понимаете? А оказывается, оказывается, крест – это было знамя тенгрианства, это было обозначение – крест это обозначал солнце, то есть это лучи, и внутри был маленький такой шарик и кресты, понимаете? И оказывается, это было, и, и это было на знаменах, когда мы захватывали эту Европу, они увидели эти кресты, понимаете? Что мы их захватывали с такими знаменами. И тогда они этот крест переделали под себя. То есть крест им понравился, понимаете? А э, а значит а знамена они знамена они да оставили то есть оставили также когда мы принесли туда тенгрианскую свою веру мы строили свои храмы храмы понимаете на которые наверху были кресты понимаете и европейцам это понравилось они оставили себе эти кресты сегодня э, у них на церквях эти кресты а фактически это наши тюркские. Тюркская это наша, понимаете, запомните это. Потом, значит, я вам скажу, что когда мы растеряли свою, то есть мы, у нас был расцвет тюркской цивилизации, расцвет, наука, все вверх пошло. И мы самые первые тюрки придумали вот этот календарь. То есть день и ночь делили на 24 часа. Это тоже мы, от нас идет. И также я вам рассказывал, у меня есть ролик, что тюркская вот елка, вот эта елка, ель, ель, казахша ель переводится, это народ. То есть у тюрков язык, еще раз говорю, был э, схож с сегодняшним казахским языком. И об этом говорят сегодня ученые. То есть они не могут э, прочитать, но только мы можем, казахи, читать те, на, которые находятся, знаете, вот. но они написаны, конечно же, другим шрифтом. Но смысл один, понимаете. Поэтому вы должны это четко себе это понять. Что кто такие, значит, тенгрианцы, кто такие тюрки. То есть мы потеряли все в итоге, потому что мы были расслаблены. Мы были, вот как это говорят же, вот что беспечны, понимаете, мы были беспечны. То есть мы верили всегда в силу оружия. Но вы сами понимаете, что против оружия есть еще и государственность, те, которые строят системы. То есть они в итоге побеждают те, у кого есть система, системно подходят ко всем вопросам. И это были именно греки. И поэтому они считаются самыми лучшими строители государственности. Понимаете? А мы считались в те времена самые лучшие воины, захватчики. Вот дай нам задание, вот этот перевернуть там какую нибудь там трою взять. Десять лет будем думать, но все равно возьмем, понимаете? Поэтому э, э, нас использовали, знаете, э, умные греки, потому что они умели строить системно государственность, понимаете? И поэтому мы э, были вот такие, значит, наши предки крутые, крутые парни. Поэтому вы должны это все четко понимать. И сегодня, например, даже вот в России сейчас вот находят вот эти церкви, да, на которых кресты, и они говорят, что откуда э, это оказывается от нас это, это храмы, это наши строили, понимаете? Не они строили, наши строили. И тогда был не э, именно Ассаламу алейкум агажандитхал на скалай. ассалям, я... Так, Андрея, э, э, нас сначала было Ергаликапи. И как пришли к исламу, говорят. Ну, к исламу пришли уже позже. То есть сперва пришло христианство, потом вы все понимаете, кто читает историю, древнюю историю. Христианство, как оно пришло? У них, э, значит, вначале оно пришло, потом, когда оно захватило сердца людей. А после этого у них пошло ожесточение веры христианской. То есть у них мы все знаем вот эти вот, когда они жгли все книги про тюрков, про, значит, про тенгрианство. Все, то есть у нас тоже была книга такая же, как и Библия. И она называлась ⁇ Золотое сердце ⁇ ее тоже сожгли, везде жгли, чтобы духу не было этого, понимаете, ни тенгрианства, ни, ни про тюрков, чтобы вообще ничего не было, понимаете? То есть, потому что они боялись, что снова возродится тюркская цивилизация. Поэтому они хотели все это втоптать, все забыть, историю перевернуть, переписать, и историю всю они переписали в итоге, понимаете? То есть у них была инквизиция которую вы все знаете, что такое инквизиция. То есть полностью, кто даже об этом говорил, им сразу языки отрезали. То есть это было в жестокие времена. И в итоге все забыли про тенгрианство. Потому что кто-нибудь слово скажет, тут же стучали, знаете, вот он сказал про тенгрианство. Тут же ночью исчезал этот человек. И поэтому люди вообще молчали, тишину поймали, вообще не говорили вообще. И вот так проходит столетия, понимаете, столетие. Тем более всю информацию сжигает, уничтожает про те чтобы ни слова, не дай бог, снова эти воины э, начнут захватывать нас всех, понимаете, и заставят дань платить. То есть они любители денег, золота, они, ты чё, они э, значит боятся, понимаете, боятся нас, нас боятся, те э, тюрков, тюрков боятся. И поэтому мы сегодня вот находимся вот в таком положении, что нашу историю всю попрятали, всю сожгли, нашу религию тенгрянцев тоже они все это э, втоптали, чтобы никто ничего не знал. Но вы должны четко понимать, что первый ислам это пришел к э, Адам и Ева, потом этот ислам передавался, передавался, потом искажался, потом снова возникала новая религия, э, которая была истинна. Потом она снова э, выходила, значит, за рамки дозволено. Потом снова исчезала эта религия, возникала снова новая религия. А вы сами знаете, все новое это хорошо забытое старое. То есть истина, пророк приходил от Аллаха, снова говорил об истине и снова возникала новая религия, но уже, то есть 124 тысячи пророков прошло, понимаете время. Поэтому сегодня мы все видим, что э, как искажена сегодня, например, хри христианская религия. Мы это уже все видим прекрасно, это все происходит. То есть э, люди не молятся, как мы, а раньше молились, раньше молились так же головой о пол. Сегодня уже они не молятся, сегодня они уже идут, просто свечку поставят и все. Сегодня они уже поедают свинину, хотя Аллах запретил. Если почитаете первые источники христиан, у них ясно говорится, что нельзя свинину кушать, нельзя бухать, а они все равно бухают. Они их не попы все это переворачивают, переворачивают, понимаете? Поэтому, но им повезло, что на смену им пришли мусульмане, которые не жгут, в отличие от них, историю. Они не искривляют, их не... А просто поправляет, просто поправляет, понимаете? Поэтому... Э, поэтому ислам это изначально шел он в сердцах людей э, благородных, э, человечных, милосердных, э, добрых, порядочных. Понимаете, это всегда шло в сердцах людей, неважно как его зовут. Но он, они в сердцах передавали и снова возвращались к человечности. Когда эта религия портилась, то есть выходила за рамки того, что указал Аллах, она снова уходила, понимаете, и приходил новый пророк, который обратно шел от Аллаха и говорил им истину. А у этих, которых в сердцах хранилась вот эта вот доброта, милосердие, любовь, сострадание. Они принимали эту религию, им это нравилось, понимаете? И они говорили: вот она истина. И так прошло миллионы лет, понимаете, на Земле. Но миллионы я не знаю, сколько лет прошло, но прошло достаточное количество времени, пока мы сегодня вот э, живем. Поэтому мы должны вот мы мы тюрки мы должны знать свое прошлое. Сегодня слава Аллаху, я говорю. Сегодня, слава Аллаху, ученые копают все это, раскрывают это. Слава Богу, я говорю, сегодня те же греки, те же римляне, они уже начинают говорить правду, что было тенгриан, что до них была тенгрианская религия, которую они затоптали. Они вот, вы, вы сами подумайте, если вас заставят дань платить, ты что, его будешь любить, что ли? Конечно, ты будешь его возненавидишь. Поэтому они Возненавидев тех, кто их заставил э, с помощью грубой силы, с помощью железного меча платить дань, конечно же, они после того, как упала э, эта э, цивилизация, они ее уничтожали каждый на своем уровне. Поэтому все сжигали, книги сжигали, историю переворачивали. Но сегодня мы видим, что все равно следы остались. Например, э, в Риме... Вы все видите, как сохранился наш волк. Там, где волка сосут, только они при, туда прилепили второго мальчика. Потому что Рим в то время делился на два, ну, как скажем, два рода состоял. И поэтому они туда приткнули двух мальчиков. А по идее было всего лишь один мальчик, это наш волк. Это наша легенда, что последний, когда остался тюрк, его скормила волчица. То есть это легенды, например, живут вот в Индии. Вы можете ехать в Индию, и вам все расскажут об этих легендах. Та же эта легенда живет в любой точке мира даже. Даже в Северной Америке можете поехать и вы узнаете. Потому что туда тоже проникли наши братья, когда у них было железо, понимаете? Железо. То есть с помощью железа они все захватывали захватывали. Весь земной шар практически с помощью оружия железного. То есть одевали латы, бронь. То есть вот эти вот рыцари, вот эти, которые все сейчас мы думаем, что это вышло из Европы, это все мы. Рыцари, это мы, Тюрки, изначально. А они эту историю переписали, все попрятали, все уничтожили. И говорят, это мы типа. А на самом деле нет. Поэтому мы должны все это четко понимать. И поэтому я верю в то, что... Приходят времена, когда тюркская цивилизация, а нас очень много по земле, тюрков, братьев, когда мы снова соберемся в единый кулак, снова, значит, мы расцветем и снова э, будем все вместе продвигать свою идеологию, то есть тюркскую цивилизацию, понимаете? И это время приходит. Слава Аллаху, я говорю. Слава Аллаху. Э, Сейчас тюр, Тюрки, сегодня самое такое, знаете, вот самое такое животрепещая идея, которая летает в воздухе. И оно придет, и оно придет. Понимаете? Сегодня, увидите, пройдет время. Еще другие, те же россияне сейчас начнут себя ж крести и говорить, а я не русский, а у меня, оказывается, дед. Тюрком был. Понимаете, у меня, оказывается, фамилия, скажет, «Э, оказывается, я тюрк. Скажет, вы что, братья, я тоже, оказывается, тюрк. Понимаете, придет и это время. Вы сами увидите. Не зря э, это время приходит, друзья мои. Это время приходит. Но мы должны помнить один аспект, что тюркская корень, цивилизация, родилась в Казахстане, в этих степях. И метеорит с неба с железом пришел именно в Казахстан. И отсюда пошло развитие тюркской цивилизации с помощью железного меча, железного взнузданного коня, про которого они говорили, это кентавры. Помните римские, римские легенды про кентавров? Так это и есть казахи, понимаете? Это есть казах, сидящий на лошади, когда он. От страха увидит, у него, конечно, в глазах рыбится от страха. У него рука трясется. Когда он увидит тюрка на лошади. У них на лошади вообще не было такого. Они пешком ходили. Понимаете? И даже брюк у них не было. Они все в юбках ходили. Понимаете? Мы им туда брюки привезли. Поэтому мы должны все это четко понимать. И вот молодец, вот парень пишет, что Греция, Рим основали казахи этруски. Правильно говоришь, да, брат? Правильно говоришь? Вот он уже, видать, поэтому я говорю, друзья, наблюдайте за то, что ученые это копают сегодня. Слава Аллаху, я говорю, с помощью вот новых технологий, новых достижений науки и техники. Мы сегодня уже начинаем понимать, кто мы такие. Идите с тюрками, проиграете. Аллах предупреждает, предупреждает через пророка Мухаммеда, саллаллаху алейкум ассалям, все человечество предупреждает. Говорит, не трогайте их, не трогайте их. А раз они лежат, пусть лежат. Как бы говорится, раз они спят, пусть спят, не трогайте их. Троните, проиграете. Вы, наоборот, их разбудите. Троните, значит, разбудите. Понимаете? И это есть в Куране, можете читать конкретно. О нас написано. То есть о тех, которые мы, например, эту маленькую землю, да, насколько я знаю, информирован, мы ее три раза три раза завоевывали. Понимаете? Одно из завоеваний это было, когда был Атила. Атила, наш предок, казах, который пошел туда и всех там поставил значит, на колени. Все дань платили, все вот эти, вот, э, там эти важные, важные там ходили, гусы, не знаешь там. Э, и когда пришел варвар на лошади, как они говорили, все платили дань от страха, понимаешь, потому что не было ни одной крепости, которую бы не захватил Аттила, наш прадед, прапрадед наш. Мы должны гордиться этим, друзья мои, поэтому мы должны все четко понимать. И поэтому сегодня возрождается снова тюркский мир. Но я, братьям, вот скажу тюркам, что мы возрождаться должны оттуда, откуда и начиналось всегда, то есть с Казахстана. То есть сегодня все тюрки мира, мы должны поддерживать Казахстан, мы должны помогать Казахстану. Мы не должны тянуть рубаху, на, там одеяло на себя, говорить, вот мы, мы тюрки тюркея, чем вы тюрки, понимаете? То есть мы там типа круче. Нет, вы все должны помнить, откуда взялся, взялась тюркская цивилизация, из Казахстана. Поэтому мы должны четко это осознать. Только не может, я говорю, вето, из веточки э, пойти дерево. В дерево идет из корней, а корень это мы. Поэтому мы должны это понять, самое главное, в голове каждого казаха, каждого казахстанца, что мы, понимаете, кто мы такие, это Атажурт. Понимаете, они так и говорят. Весь тюркский мир, просыпайтесь, просыпайтесь.